перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Привет всем. Сейчас меня слышно должно быть, да? Йоу-йоу-йоу. Привет. Привет. Чувак сейчас в наушниках идет, прям так разъебывает под что-то. Привет, Тольятти. Антон, добрый вечер, добрый вечер. Как альбом Фейса? Блять, ну неожиданно, короче. Все, что могу сказать, что неожиданно. Я послушал песни 4, наверное. Действительно, неожиданная хуйня. Чё так темно? Так время много уже. Времени уже дохуища на самом деле. У нас рано темнеет. Не знаю, заебался сегодня разговаривать про альбом Фейса, если честно, уже со всеми. Очень устал. Грустно, но я заебался. Устал чуть-чуть. А так, конечно, нет, не грустно. Все из этих альбомов Фейса, еще там всяких инфоповодов, совсем позабыли, что Принс Хат опять какую-то хуйню натворил. Очень смешная новость. Я отдохну обязательно. Сейчас у меня пара батлов еще будет, и я отдохну как следует. Здорово. Ну ебало у меня, да? Опухший какой-то. Микси, это он может только после версуса батлить, насколько мне известно. А я не убиван. С кем следующий батл после Волки Ти, пока не могу сказать. Да, на драйве. Что, у вас пиздец мало? Что такое, все спят что ли или что? Ну и чё, блядь, молчанку будем играть? Блядь, последнюю книгу, по-моему, короче... Сирены Титана, по-моему. Этого, как его зовут, блядь? Забыл, как зовут, короче, автора. Просто из головы вылетел автор, так-то известный достаточно. Охуенная книга, пиздатая. Ну и автор охуенный тоже. Так, чё там? Здорово, здорово, хули так темно? Да нормально, чего, блядь? Когда батл с Сеймуром, блядь, да, ребят, ну, камон. Вы чё думаете, мне есть что-то делить с Сеймуром, что ли? Привет, Антон, как жизнь? Жизнь хорошо. Ну, пойдет, короче, нормально. В ЕКБ тоже нормально все. По поводу батла с Сеймуром. Типа, а чё, блядь, чё слышно плохо, не знаю. Чё мне батлить с Сеймуром? Типа, я нормально к Сеймуру отношусь и как к человеку, и как батл МС, он мне тоже нравится достаточно. Если не вынудит какая-то турнирка меня с ним батлить, я бы не хотел. Вы меня даже видите, нихуя себе. Прикольно. Я, походу, вас тоже вижу. Это вы там идёте, что ли? Короче, непонятно, непонятно, ребят. Никогда не батлить с Сеймуром. Не, ну, блядь,
Знаете, если какой-то, ну, турнирный батл, если будет какой-то, то я, понятно, забатлю с Эймром, то есть чисто посостязаться в скиллах. А, короче, какой-то, на какой-то ивент, типа, тратить время на это я бы не стал, типа. Я понимаю, что он там охуенный и все такое, но вот он чисто как оппонент с какой-то принципиальной точки зрения мне, ну, нахуя. Лёхи и Сеймура, ну, блядь, все очевидно. Сеймур просто ему голову нахуй откусил, по-моему, и все. А Лёха себя закапывал очень много. Может, не весь батл, но... Ну, какой Медь выиграл? Ну, камон, блядь, вы посмотрите батл еще раз. Медь пошел в какие-то, видимо, эксперименты, но, блядь, ну неинтересно слушать его вот эту вот хуйню, короче, неинтересно. Типа, есть условный Оксимирон, который иногда такую хуйню делает, и, типа, блядь, его слушают, потому что у него, во-первых, там слог охуенно крутой, да, во-вторых, он очень известный чувак, его всегда будет слушать. Ну, как бы, и, блядь, вот слова что-то кажется, что весят, короче, когда слушаешь такое. А у Лёхи, ну, блядь, ну, неинтересно, ну, куда деться, типа. Может, там какие-то мысли есть пиздатые, но, блядь, ну, я не могу себя заставить слушать, потому что мне скучно. Как бы, батлы — это все-таки какой-то развлекательный контент, надо об этом не забывать. Ты можешь пытаться делать там что угодно, но, блядь, если тебя неинтересно слушать, ну, блядь, что делать с этим теперь? Побрейся, да я... Чё, блядь? У меня короткая щетина очень. Подготовка к первому батлу на битах. Да так себе, на самом деле. Один раунд и подготов. Бывало получше, короче. Здорово. А так, конечно, Сеймур красавчик. Типа, Сеймур, мне кажется, даже лучше, чем обычно сделал. Типа, именно сами панчлайны у него круче стали. Кстати, вот про Паля охуенный панчлайн. Йоу, я вас вижу, да. Про Паля охуенный панчлайн. И что-то там. Ну еще, у него, короче, были прям охуительные панчлайны. Сектор, ты лох, кому ты помог своими батлами? Вот, кстати говоря, насчет этого, я никогда просто о таких вещах не заикнусь в батле, короче. Потому что я считаю, что это как-то, блядь, это выебисто, короче. Но мне многие говорили подобные вещи. Как многие, понятно, что не многие, но все-таки было дело. Вот. Но я бы на батле не стал, типа, рассказывать об этом, потому что нахуй это надо мне оппонента разъебывать, а не тратить барсы на вот эти все приколы с выебонами. Какие планы на будущее, в чем планируешь развиваться? Да, хуй знает, типа. Треки будут, вот что могу сказать. А так хуй знает больше ничего. С кем ход? Не знаю, с кем ход. Сектор здорово, как же за. Да, блядь, пойдет. На Версус нет, не зовут. Вот это самое смешное, что он считает, что он выиграл, потому что там очевидный проеб, короче. Ну, у меня немножко челка, видите, совсем вот она, может, миллиметра два, три. Привет. Да, самое неловкое, что он считает, что он выиграл, короче, это просто пиздец. Не, со слезами мужики не благодарили, и я бы не хотел, чтобы мои батлы, может, по мне видно даже это, но я бы не хотел, чтобы мои батлы вызывали слезы у людей, да, как бы. Я стараюсь вроде какие-то другие эмоции вызвать. Вот. Если, конечно, ему хочется слезы вызывать у людей, ну, блядь. Я просто не помню, я смотрел на видео тут третий раунд, что-то у меня он слез, короче, не вызвал. Поэтому за. Мне кажется, ли у Сеймура есть харизма? Ну, харизма это растяжимое очень понятие. Конечно, есть, блядь. Хотел бы концертный зал раскачивать. В общем-то, хотел бы, наверное. Сектор, чего добился? К тебе просто мужик после батла в слезах подойдет, только если Парагрин проебет в тот же день ФБ. А нахуя мне мужики, блядь, со слезами? Я просто понять не могу. Здорово, какие планы на конец года, треки, батлы. Ой, конец года. Ну, увидите, все скоро. Мне не все можно говорить, короче. Не все стоит рассказывать сейчас. Дип вне батлов. Да такой доброжелательный человек достаточно. С хорошим чувством юмора. Я не могу что-то такого вам сказать ярко выраженного. Воспитанный, не знаю. Прикольный собеседник. Ничего плохого про Дипа вам не скажу. Типа, хули тут. Слово ИКБ, да, живое, мы
Ну, блядь, откуда сейчас вот финалист РБЛ взялся? Думаете, с нихуя, что ли? Нет, трек Дипа, кстати, нет, все еще не могу добраться, блядь, мне что-то... Как долбоеб, не могу добраться, не получается. Но я доберусь обязательно. Я жду альбом, когда он альбом уже релизнет, я послушаю целиком. У него наверняка какая-то концептуалочка будет, типа, блядь. Поэтому я лучше, наверное, даже альбом целиком ебану. И все. Что-то там еще спрашивали, блядь, я забыл ответить, короче. А, по поводу мужиков со слезами, короче. Они мне, собственно, нахуя, что мне ко мне мужики со слезами подходили после батлов, типа. Лёха иметь в образе получше, чем без образа. Просто этот образ можно дорабатывать хорошо и как бы коррелировать его как-то со своим я, а не делать вот то, что он делает. Так, Фейса новый альбом. Трека 4 послушал пока, не весь. В чем смысл жизни? Кайфуй, ей же. Как нам драмки не хватает? Сектор шалом, шалом. Да я понимаю, что ты шутишь, типа, я просто говорю, что, короче, я не очень понимаю. Да, я сейчас фикаба. Твоих треков, надеюсь, что-то годное сделаешь, талант есть все-таки. Спасибо, да, я надеюсь, что сделаю. Концептуально я бы, наверное, не стал делать альбом, потому что... Ну, то же, что имеется в виду под концепцией в этом плане. Наверное, нет. Пока нет точно. Я сначала хочу сделать EP-шку, которая просто как сборник треков будет, наверное. Ну, относительно в плане звучания похожих треков. Концептуальные альбомы — это когда у тебя времени дохуя есть на это. Сейчас у меня реально нету, короче. Почему многим не зашел Леха на барке? Ну, потому что, блядь, не за что зацепиться уху совершенно, чтобы продолжить это слушать. Вот и все. Уху зацепиться просто не за что. То есть ни за панчлайн какой-то, ни за какую-то идею годную не зацепиться. Ну, блин, ну не знаю. По-моему, победил Сеймур, я уже это говорил. Насчет 140 я, к сожалению, ни одного отборочного еще не посмотрел. К Дипу я не думаю, что Дипа заебало ремесло. Нет, наверное, нет. Там концептуальность, наверное, знаете, от желания делать что-то, чего в текстовом смысле не делает сейчас большинство из популярных деятелей. Наверное, в этом прикол. Да, концепцию тяжело сделать, я согласен. Это наверняка интересно, но, блядь, тут нужно времени реально много на это убить. Нужно прямо засесть, задумать, так красиво все. Просто если это делать, это должно быть охуительно, да? На драме сижу. Цель Хокинс. Я видео не пересматривал, мне на батле, наверное, МЦ чуть больше вкатил, но на видео смотреть. Под колокольный звон, да, тут недалеко. Храм на крови хуярит, у них там дискотека. Так. Ухо может зацепиться за хуй, который Леха в него вкручивает. Вышел на миллионную аудиторию со своими шизозагонами, несет... Бредятин, сколько пишешь текст? Да хуя пишу текст времени. Тох, ты чё, смолой гуляешь? Ах, нет. А твой любимый русский рэпер, Витя Бой или Смеси? Блять, вопросы странные пошли достаточно. Есть в планах батл 2 на 2 или Бэтбарс? Бэтбарс, да. Ты слушаешь хип-хоперу? Нет, хип-хоперу не слушаю. Так я и так гуляю на драме, если хотите прилетать. Как попасть на слово ИКБ, сдать заявку на слово ИКБ? Так, чё там... Насчет миллионной аудитории, он, в принципе, имеет право на эксперименты, он же тоже все-таки творческая личность в каком-то смысле, но надо же понимать, что, блядь, нельзя так резко на это переходить. Нужно сначала подумать, ради чего тебя будут слушать. Нет, я на драме, велик, надо прибухнуть. Так, я, короче, сейчас заканчиваю, буду трансляцию, потому что у меня 20% осталось уже. Вот. Давайте 2 минуты еще и все. Пообщался с Эйшой. Ну, мы на стриме только разговаривали, и все так, нет. Как приходит идея для текста? Ну, сидишь, думаешь, как бы, и приходит. Не знаю, не медитирую, блядь, не это самое. Короче, я психотропов не употребляю ради этого. Мне кажется, это надо просто вдохновение по схеме Никонова поймать, трудно поймать состояние. Да хуйня это все, типа... Привет, КТС. Короче, хуйтайте вдохновение по схеме Никонова. Это в батл рэп вообще не работает. Типа,
написал одну строчку, значит, первая строчка заебись, значит, дальше пойдет. Нихуя вообще подобного. Ты можешь первую строчку хоть, блядь, из золота сделать, если у тебя остальные строчки не будут нормальными, или хотя бы 70% этих строчек не будут нормальными, ты пойдешь нахуй, просто никто не будет это слушать. Все скажут, первая строчка, конечно, заебись, братан, но дальше ты хуёв обсосался. Раз, тебе души бро. Не, я про концептуал, а чё про... Я чё-то не понял, что ты спросил. Короче, хз, братан, я потерял твой вопрос про концептуалку. Так что вот, эти все приколы со сложными вещами. Просто со сложными вещами надо быть осторожным, надо... Вот, блядь, какой-нибудь ПМ ведь умеет на сложных вещах что-то задвинуть, или не ПМ, даже не знаю. Да хуя же кто умеет, по идее, кого интересно слушать. Кого ждешь? Ваню Вуду жду. Ну так-то как бы я никого могу не ждать, в принципе. Я один выходил изначально прогуляться, но говорят, что Ваня Вуду тоже потянется. А, про концептуальные альбомы. Ну, может быть, вот тут не знаю. Тут не могу обещать. Да хули меня плохо слышно, по какой причине? Я что-то не пойму, блядь. Не знаю, ребят, я сделал все, что мог, блядь. Пох, на серьезных щах, да, он может пиздануть прям круто, там, у него против СП было очень много на серьезных щах крутого прямо дерьма про эти... про новые клетки, там, что-то, вот эта вот хуйня вся, и да, прям слушаешь, блядь, вау. Ну, типа, да, чувак базарит, короче. А так, если ты просто что-то там рассказываешь, да кому нахуй это интересно? Куда дальше? Да не знаю, дожить бы, блядь, до этого момента. Может, какой-нибудь инсайт по ФБ4, если был на последних батлах. Не было на последних батлах, только буду на последних батлах, наверное. Респект, Львов. Короче, что, ребят, завершаться, наверное, буду, да? Всем респект, всех обнял. Давайте, пока.